К концу зимы люди устают от холода, отсутствия тепла и солнца. У некоторых возникает так называемая весенняя депрессия. По-научному недуг принято называть сезонным аффективным расстройством. От обычного плохого настроения депрессия отличается циркадностью или циклическими колебаниями интенсивности. Обычно у взрослого человека настроение портится к вечеру. Накопившаяся за день усталость дает о себе знать. А человек с депрессией уже с утра с плохим настроением. Нарушается сон. Состояние не из приятных, но бороться с ним можно и нужно. Весна. Меняется часовой диапазон, световой. Меняется, в общем-то, климат, температура воздуха. Все меняется. Соответственно, организм тоже как-то перестраивается. Есть пирамида Маслоу, которая делит наши потребности на первичные и вторичные. Весеннее время можно вот каждому человеку просто вот пройтись по этому списку, по этим потребностям пяти. И где пробельчик? Где пробел? Ага, значит, сюда нужно обратить внимание, сюда нужно потратить энергию и восполнить его. Правильно питайтесь. Лидеры среди продуктов хорошего настроения – морковь, тыква, грецкие орехи и рыба жирных сортов. Здоровый сон – еще один путь к избавлению от депрессии. Не оставайтесь в одиночестве. Из этого состояния в настоящее. Нам нужно начинать думать из того будущего, в котором мы хотим жить. Мы думаем либо из прошлого. Если думаем мы из прошлого, мы прошлое приносим в настоящее, значит, в будущее. Нам нужно учиться думать фактами, и нам нужно учиться думать из будущего. А вот за медикаментозной помощью нужно обращаться к специалисту. Самостоятельно принимать антидепрессанты опасно для здоровья. Во-первых, антидепрессивное действие любого препарата начинается через 10-12 дней, а любители самолечения обычно ждут результат сразу и, не добившись эффекта, начинают увеличивать дозу, чем наносят вред организму. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.